Президент России Владимир Путин во время встречи с мусульманскими священнослужителями заявил, что радикальных исламистов используют для ослабления страны. Некоторые политические силы используют ислам, а точнее его радикальные течения, кстати сказать, исторически не характерные для российских мусульман, в целях ослабления нашего государства, для создания на российской территории зон, управляемых извне конфликтов, внесения раскола между различными этническими группами внутри самой мусульманской общины, для разжигания в регионах сепаратистских настроений. Антиисламские настроения в России в последнее время резко усилились. Этому, конечно, способствовали события в Бирюлево и теракт в Волгограде.